Приветствую вас, друзья! Вы на канале Терекон. Мирис сидит рядышком в кресле. Я держу в руках джойстик, значит, вы там, где надо. А сегодня у нас очень интересная игра. А именно, приключения на острове. У мальчишки украли сестру, что же он будет делать? А вот и посмотрим. Оседлал динозавра и пошел ее спасать. Это третья часть. Одна из моих любимых, есть еще четвертая, она немножко замороченнее, но до нее мы еще обязательно дойдем. Поехали! Итак, мы с вами пока что еще на этом маленьком кусочке острова. Стартуем без промедлений. Так, это у нас что тут? Хорошо. Вот мы и попали. Попали по полной. Будем собирать яблоки и виноград. Надо же как-то... жить все-таки в этом суровом мире. Так, молоточек, хорошо, теперь у нас есть оружие. Ну чего ты так внимательно на меня смотришь? Какой опасный враг! Как? Как? Я не знаю! Что у него сейчас, челюсти появятся? Оп, все. Это улитка-гипнотизер. Точно. Наверное, так было задумано. А вообще, посмотрите, какой прекрасный пейзаж. Пальмы. Там, наверное, тоже жара сейчас-то, камень. Вот здесь что-то... По-моему, здесь какой-то секрет. Что-то здесь... Ага. Оп. Куда, куда... куда? Ого. И что делать? О. Вау. Ничего себе! Ой, все. Вот так вот. Нужно было перепрыгивать. Такого я не помню. О, скейт. Надеюсь, со скейтом у меня выйдет получше. Так, стрелять мы можем. О, уже враги поопаснее. А я думал, сова. Ух ты! Так, не поджарились, хорошо, бежим дальше. Пучки, паучки, камушки. В глазах рябит. А это только 2 минуты игры, прекрасно, это Дэнди, друзья! Так, зашли в пещеру, что же там? Опа! Все, мы уже пришли куда-то. Так, что это за яйца? Ладно, я не помню, что здесь нужно делать. Какая-то, видимо, дэнди-фишка. Оп, черепочки. Какая-то жуть нагоняет. Я помню, раньше постоянно эта пещерная тема, эти черепа, это прям на дэнди самый такой был интересный. О, бумеранг. Ого, вот это... Да, все-таки, конечно, разработчики постарались, рисуя эту игру, создавая эти механики. Ой, а что ты? Ага. Вот в этом молоточке были лучше, да? Ой. Опа. Ой, лежа можно. Ах, приляг. Ой, камень бить не надо. Так. О, точно! Обожаю эту игру за то, что в ней можно вот это делать. Садишься на дракошу. По-моему, он даже в лаве может плавать. Ой, там что-то было. Ой. Все, поздно. Ну, зато проверили, он точно может плавать в лаве. Ой. Скорее всего, это какой-то заговор. Меня поломали. И я без сохранения играю. Молодец. Ладно. Как говорится, так говорится. Первый раз, первый блин комом. Ну, пройдем. Ух ты, поджарили меня. Как так? Как же так-то, а? О.
Вот это я попал. Мотиви. Что, здесь нет никакого скрытого яйца? Ну, приветики. Я просто похлопаю. Так. Оп. Вот что это значит. Да ладно. Вот это я, конечно. Знаете кто? Ладно, это все-таки приличный канал, не будем говорить кто я. Ну, я думаю, вы поняли. Потратить жизни просто так. Как так можно? Уп, и камни бумерангом сносит. Так, сейчас мы будем повнимательнее к той мадам. О. Так, а здесь у нас что-то было. Помним, помним. Мы рождаемся с вами с каким-то количеством энергии. Ага. Ага. Хорошо. Оп. Попали. Круто ты попал. На ТВ. Оп, дошли куда-то. Прям такая ровная какая-то пещера. Теперь в лесочек пойдем собирать грибочки. А как же еще нужно, конечно, собрать грибочки. Так, беру молоточек, или... Возьмем, да, бумеранг возьмем. Дракон вышел на свободу. Берегитесь адского пламени. О, феечка. А что она делает? Делает, по-моему, неуязвимым или что-то. Надо было проверить. Но с нулем жизни, наверное, все-таки проверять не очень осмотрительно. Так, для чего-то... Оп! А как же огненный дракон сгорел? Оп, и сразу на другого пересели. Вот это я понимаю. Да что ж такое-то? Это ты ревешь или я реву? Я реву. А я не реву. Ты не реви. Это вы видели? Это что за свин был? Гейм овер. Ну, спасибо. Так, к этой игре мы еще вернемся, когда прокачаем скилл. Вот, теперь мы знаем. И через месяцок-другой еще раз в нее зайдем. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения. Будьте аккуратнее, берегитесь свиней, которые бегут сзади. И все в этой жизни может произойти, но если вы будете... бдить в меру, без паранойи, то все будет хорошо. А так, берегите свое спокойствие, свои, так сказать, стальные нервы. Все будет хорошо. Всем хорошего настроения. До связи. Пока!